Огромный всем привет! Мы сейчас с Кристиной хотим сделать панкейки. Вот мы купили такой микс для панкейков. Уже развели его с молоком. Надо было налить молока до вот этой вот черточки. Вот, она смешалась, оно смешалось с мукой, и получилось почему-то меньше теста. Вот мы его уже взболтали. И Кристина, что сейчас хочет сделать? Она хочет немножечко сделать этого микса. Кристина, открывай. Сделать этого микса и покрасить черный цвет. И что-то она тут придумала. И хочет сделать панкейки более интересными. У нас сейчас подружки ее в гостях. Вот. И она хочет их удивить чем-то. Вот добавляем мы пищевой краситель. Я думаю, что надо больше, это мало. Хотя, может, и не мало. Нет, вообще-то достаточно, по-моему. Ну, хотя можно еще пару капелек. Вот. Ага, нет, все больше не надо. И она хочет сделать панкейки с улыбкой. Так что посмотрим, как это получится. Так, как надо теперь... вот так вот порционно выливать на сковородку. Сковородка у нас уже здесь разогревается. Я ее смазала маслом. И сейчас посмотрим. Наверное, уже можно чуть побольше сделать на семерку. Даже может чуть-чуть побольше. 7 с точкой. Вот, мы сделали уже немного теста с цветом. И сейчас будем делать панкейки. Так, панкейки, это можно сказать оладьи. Так, и еще один. Ага. Ну все, Кристина, теперь можешь делать, что ты хотела. Ага, это улыбка. Это типа смайлики. А, жалко, попался глаз. Так, старайся теперь получше, что одноглазый будет смайлик у тебя. Так, давай, давай, давай. Ага. Так, аккуратнее. Угу. А сюда-то глаз еще один. Одноглазый будет, да? Dat ik nu nog één oog erbij zet, is trouwens. Говорит, пусть будет такой. Ну ладно, пусть. Не, мне кажется, надо еще один глаз сделать. Резь, Нет? Ну ладно. Вот такие вот у нас панкейки. Вот. Ну, сейчас они дожарятся, мы их перевернем, потом покажем. Какие получаются. Вот. Ай! Ой-ой-ой! Ну, ничего. Ничего страшного. Так. Светленький. Может, надо еще побольше сделать на восьмерку. Это что-то они как-то жарятся не очень активно. Вот такие вот они получаются. Мы перевернули их еще разок, чтобы они там побольше подрумянились. Видите, чтобы они не такие были светлые. Ой, пахнут ванильные. Ванильный запах такой приятный. Так что вот такие вот панкейки мы сегодня делаем. Вот Кристина отмечает еще свой день рождения, можно сказать. В общем, весь уикенд, все выходные у нас тут девчонки гостили. Давай, Кристина, наливай тесто опять. Ага, немножко потрясти. Я, наверное, уже не будем смазывать. Тут есть немножко масла. Я думаю, хватит. Три. Только один кругленький получился и два овальненьких.
Вот, и теперь что будешь делать? Опять смайлики? Нет? Ага. Что это такое? Блюхи. А, цветочек типа. Половинка цветочка. Вот так вот. Фантазийные панкейки. Какие дырочки появляются аппетитные. О, сердечко. О, один мы уже попробовали, очень вкусный, кстати. Так что такие вот милашки. Вот такие вот блинчики, оладушки. Страшненькие. Но Кристине понравились. Я думаю, что девчонкам тоже понравится. Вот. У нас получились. А кто это пошел такой красивый? А кто пошел такой красивый? Вот. Так, сейчас девчонки придут кушать. Вот, два человека у нас сегодня ночевало, две девчонки. Вот такие дела. Вообще должны были прийти 8 человек, но я так думаю, что родители просто не отпустили в связи с коронавирусом. Ну, правильно, конечно, они сделали. Должна вам сказать, что дети остались дома. Вот, а вчера было 4 девчонок, и 2 остались ночевать. Так что вот, сейчас Кристина пошла за ней. Привет, папа Хайки. Папа Хайки. Я? Алло. Алло. Так я говорю, такой. Я буду так. Давай литр сухо. Эй, проверь. Да. Проверь, закрой. Какой? Я такой. Да. Как я говорю, да? Голубью. Какой? Ты за храпуха сыграешь? Ну, не так. Питбуль. Кусака, а? Кусака какой. Я? Я? Майонер, come on. Я? Алло. Пошли девчонки гулять. У нас отличная погода. Солнышко, весна. Ой, смотрите, какая красота расцвела. Название не знаю. Но это, наверное, что-то типа гиацинтовых. Какое-то семейство гиацинтовых. У нас еще ягодки. Вот такие вот висят. С осени прошлого года. И посмотрите, как уже почки раскрываются. Молодые листочки уже появились. Вот. А мы сейчас с вами идем. Только не наступить бы куда-нибудь. Вот, смотрите, еще какие красивые. Все просто прям прет из земли. Вот последние подснежники. А так уже отцветают они, видите? Вот.
последние хорошенькие. Мы сейчас с вами идем кур, овец угощать. Девчонки делали фруктовый салат. Много всяких корок. Ой, посмотрите, какая красота. Форзиция цветет вовсю. Какая она красивая. Жаль, что они так недолго цветут. Ой, красотища какая. А рядом вот эти кустики тоже зеленеют, которые белыми цветочками цветут. Чуть попозже. Так уже где-то, наверное, в мае. А это просто красота. Ну что-то овечки-то меня не слышат. Не слышат меня, а то обычно бегут уже. Друг друга с ног сшибают. Только я вам пожаловалась, что овечек не вижу. Они тут же материализовались из ниоткуда. Ой, такие все облезшие. Облезшие. Ой. Так. Ой, что-то я их ухватил. Ты тоже копытцем бьешь. Держи. Не хочешь? Хочешь? Что, мне нравится этот хлеб? Ну, какой вам надо? Ну, какой вам хочется? Не такой? Коричневый? Коричневый вкуснее? Да? Не такой? Держите. Ой, пальцы только мне не откусите. Большие куски слишком я даю, да? Ну ничего. Давайте. Давайте я вам сейчас сюда скину, а то что-то у меня времени-то не очень много. Вот, а вы уже сами соберете. Носик там. Чей носик такой хорошенький? Ну, берешь? Нет? Чьи такие моськи? Чьи моськи такие хорошие? Тепленькие такие. Еще когда хлеб берут с руки, так еще дышат таким теплым-теплым воздухом. А пахнет сеном у них изо рта. Это не как у собачек или у кошечек. От них пахнет шерстью и сеном. Держите. Ой, так, конечно, неудобно. С мужем удобнее ходить. Можно снимать, а он будет кормить. Но муж сейчас занят. Так что я одна. Одна одинёшенька. Никто-то мне не помогает. Но это я так. Ой, а кто ж там идёт-то? Кто же к нам идёт? Кто там идёт? Да. Кто идет? Мой красавчик. Красавчик Феликс. Да. Ага. Ну расскажи. Такой взлохмаченный. Расскажи, как у тебя дела. Ну, давай, пожалуйся на жизнь свою кошачью. А? Ух ты мой хороший. Ах ты мой красавчик. Ой, так это что у нас тут, клещ что ли? Погоди-ка. Ну-ка, дай-ка мне тебя пощупать. Ты где? Ты где там? А-а-а. Ну-ка, сейчас. Так, а нет, это не клещ, слава богу. Просто какая-то грязька. Ой, ну что? Ну что? А? Как дела? Как дела у тебя? А? Как дела у такого красивого котика? Ой, а мне спину сейчас так нагревает. У меня черная куртка. Я нагнулась, а за моей спиной солнце светит. И так тепло, тепло.
Феликсу тоже, наверное, тепло с черной шубкой. Что-то тут палка какая-то обглоданная овцами. Вот так. Ну что, доедайте уже сухари-то свои. А что вы хотите? Что хотите? Другого ничего не будет больше. А Феликс пошел к ведерку куриному понюхать. А у меня там куски пиццы лежат. Девчонки вчера пиццу делали. Это я уже рассыпала свое ведро, пока шла. Семечки от тыквы. Ой, не от тыквы, от дыни. А тут остатки пиццы, которые вчера девчонки делали вечером. Ой, 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 ой. Блин, я же упаду как-нибудь через тебя. А? Чудо ты этакое. Ну что, ведешь меня? Пойдем. Пойдем, пойдем. Сегодня тоже ветерок, но уже не такой сильный, как вчера, например, был цирковой кот. Я помню, как-то видела, вот Куклачев такие трюки делал с кошками. Вот он идет, а кошка каждый раз под ногой у него проходит. Вот я думаю, что Феликса тоже такому же цирковому номеру можно обучить. Каждый раз под ногой проходить. Вот смотрите, как он идет. Как я уже еще не упала. Вот так вот с ним идешь, и он вот так вот перед ногами у нас и крутится. Но в основном у меня. Ой, сейчас нос почешу. Что-то зачесался. Вот так вот мы идем. Так можем долго идти. С моим командиром. Завхозом. Ну. Так. Так, так. Вот смотрите, идет рядом, как собачка. Как собачка. Цирковой кот. Ой, осторожно. Я большая, ты маленький. Не забывай об этом. Чудо ты. Чудо. Ну, до забора с тобой дошли. О, как ты ловко под заборчиком. Сейчас откроем замок. Ну что? Куда идем? Туда? Сейчас прям до курятника меня доведет. Каждый день одной и той же дорогой ходим. Так что товарищ все знает. Так, не отставай. Идем, там уже овцы ждут меня с другого конца. И куры бегут гурьбой. Так, главное, чтобы они отсюда не выскочили. А то потом, как я их ловить-то буду. Это я запугиваю, чтобы не выскочили. Ну что? Расходимся. Расходимся. Так. Ну что, пиццу? Пиццу будем? Ой. Ой, какие разносолы сегодня. Чего только нету. Так, корки эти заберу с собой. Что-то они здесь лежат. Я все время забываю их отсюда убрать. Что-то табуретка перевернулась. Что это она? И чего это она? Вот так вот. Да, Феликс, сейчас я приду. Сейчас. Сейчас.
Не переживай. Ну вот такое угощение. Сегодня много всего. Каждый раз по-разному бывает. Сегодня много угощения. Да, мой хороший. Да, мой сладкий. Сейчас приду. Ну, у куриц все в порядке. Сейчас с вами еще посмотрим, сколько яиц они нам нанесли в это трудное время. Яйца, большое подспорье. Яиц уже, говорят, в магазинах нет. Да. Ах, а что ж ты там делаешь за забором-то? Ну, иди ко мне. Иди ко мне. А ты не можешь? Ты не можешь? Какая издевательница, а? Ну, ладно, тогда я к тебе выйду. Так, ой. Закрою кур поплотнее. Сейчас надо выбросить вот это. И потом пойдем за яйцами. Подошла к речке. Ну, посмотрите, что здесь происходит. Вот эти деревья, они обычно растут на берегу. А сейчас, видите, что с ними случилось? Но вы видите по темному следу на деревьях, что вода еще выше стояла. Вон на той стороне, видите, затоплен берег как. Прилично. Вот, Феликс тут рядом со мной. Он уже успел поваляться в песке или в земле. Весь грязный. Весь просто умазался. Вот видите, как вода разлилась. Вот там, где вода, на той стороне, там обычно поле. Просто низинка. А сейчас, видите, и вот эти все деревья, они растут, естественно, в земле, а не в воде обычно. Вот ветки торчат дерева из воды прямо. И вот это дерево тоже. Но видите, темный след, значит, еще вода выше стояла. Так что будем надеяться, что потихонечку она будет снижаться. Ну и вот до нашего берега сколько-то осталось. Ну, 1,5 метра. Такие вот дела у нас. Наводнение-то вот никак не хочется. Еще и наводнение, вы прикиньте. Что это вообще за год? Что это за год такой? Я вообще не могу понять. Мы живы останемся к концу года или нет? Ну, это так, риторический вопрос. Конечно, останемся. Куда мы денемся? Все будет хорошо. Так, посмотрим яйца. Ну, что я могу сказать? Да, куры стали нестись ударно. Это просто... Ну, я 2 дня не собирала яйца. Это не за один день. Смотрите-ка, одно зелененькое, одно бежевое. А здесь, посмотрите, какая батарея яиц. Ничего себе. Сколько? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. О, 14 штук. Ничего себе, пол ведра. Сейчас еще посмотрим в другом месте. Они же у меня еще в другом месте начали нестись. Посмотрим, есть ли там яйца. Вот это другой курятник. Здесь они тоже, видите? Так, главное, яйца странно несут. Вот здесь и за домиком. Нет, чтобы в самом домике нестись, который специально для этого сделан. Смотрите, они там. Ой, яйцо одно разбитое. Короче, яиц целая куча. Вот. Это яйца, которые мы там собрали. А смотрите, какое-то маленькое яичко. Это, наверное, от молодой курочки, которая летом родилась. Ой, неудобно. Делаю упражнение. Вот смотрите, видите, яйцо они расклевали или раздавили. Так, здесь еще 5 штук. Соберу сейчас. Приходится делать неимоверные усилия. Ну, это я так говорю, конечно, нормальные усилия. Вот это яйцо мокрое. Сейчас я его сеном оботру, чтобы оно сухое было. И вот еще. Вот еще одно гнездо. Здесь еще. Ой, там еще в уголке. Ничего себе, сегодня урожай. Еще 6 яиц. Да. Но я вот эти места не сразу заметила. Они у меня зимой-то неслись все время в одном месте. И вот, может, вы заметили, я сегодня дала им, по-моему, 3 или 4 вареных яйца. Я их просто нашла здесь неожиданно.
после зимы и не знала, насколько они свежие. Поэтому сварила, на крайний случай их и отдала курам. Я думаю, что им тоже на пользу пойдет. Скорлупа и яйца. Еще 6 штук. Целое ведро. Ну, иди. Ну что, девчонки, я вам скажу. Смотрите, сколько яиц. И, наверное, я запамятовала. Но это не за 2 дня. Я думаю, что это, наверное, 4-5 дней. Потому что у меня что-то все как-то все последние дни в один слились. Столько было всяких забот. Вот, поэтому что-то я напутала. Потому что, ну, мне кажется, что я 2 дня назад была. Но, наверное, это было все-таки подольше. В смысле, яйца собирала я. Ой, и, наверное, да, я помню, что я была еще 2 дня назад, и я зашла в первое отделение, там курица сидела на яйцах. Я не стала ее сгонять, конечно, и ушла, думаю, потом заберу. Ну, а потом оно, как всегда бывает, потом случилось через несколько дней. Так что, ну, посмотрите, какой приличный урожай яиц. Просто ведерко, ой, тяжеленькое такое вообще. Ну что, все, можно теперь яйца не покупать. Зимой я пару раз покупала. Ой, какой хороший. Ой, пыльный весь. Ой, пыльный повалялся в земельке. Ой, повалялся. Красавчик. Ой, как на пальчиках прямо переминается. Топчет землю. Прямо на цыпочках стоит. Хороший котяшка. Хороший котяшка. Ой, хороший. Ой, красивый. Ой, хороший. Ой, хороший такой кот, а, ой, похудел-то весь, похудел, исхудал, завхоз. Столько забот по весне. Забот столько. Ушко зачесалось, а? Или что там? Ну, ладно. Ну, тут еще один стоит. Еще один стоит. Бяшка. Бяшка мой, да? Бяшка. Еще бяшка. Ну все, у меня-то уже ничего нету для вас. Вот и Феликс. Вот оно, мое зверье. Ну ладно. Желаю вам всем всего самого хорошего. Весна идет. Весне дорогу. Будем с вами встречаться в роликах. Надеюсь, почаще снимать. Вот я знаю, что многим нравятся ролики такого формата, так что буду снимать. Да, будем снимать, Феликс. Всем счастья, самое главное, здоровья, дорогие мои. И до новых встреч. Да, Феликс тоже говорит. До новых встреч. Пока-пока. А кто там у нас? Шабакин. Это у нас место для чесания спины. Там вот мы чешем себе спинку об ветке. И так нам хорошо. Ой, как нам это нравится. Чешем мы свою спинку, начесываем. Ой, вот так вот мы это делаем. Да, вот так вот мы это делаем. Девчонки, я хотела еще вас спросить, нужны ли нам прямые эфиры, стримы со мной? Хотите ли вы, так скажем, наши разговоры онлайн? Напишите мне, нужны ли прямые эфиры. Буду рада всем ответам, всем ответившим. Пока-пока.